кажется, по-моему, глупо. Мы привыкли, все нас знают как Кыргызстан, а не как-то, если мы будем менять, это... Многие говорят, что это политично, да, это то, что это красиво будет звучать, но я думаю, нет. Это что, опять будут деньги, лучше бы пенсионерам что-то добавили, это что, для отмывания денег, что ли, я не пойму. Конечно, маразм. Изменения будет, изменения не будет, так же будет. Меня устраивает старое название. И, в принципе, в моей круге общения как бы тоже я не слышал жалоб по поводу этого. У нас есть патриоты, которые не готовы к таким переменам, которым это не нравится. Просто от нечего делать, знаешь, это.